Директор аэропорта Архангельск Ваги Петросян обижается, когда столицу Поморья называют тупиковым городом. Говорит, какой же он тупиковый, если пассажиропоток аэропорта каждый год растет, а общее число ежегодно перевозимых пассажиров в два раза больше всего населения Архангельска. Аэропорт Архангельск сегодня уже является таким транзитным маленьким узлом. Соответственно, через аэропорт Архангельск пассажиры попадают. Тот же Котлас, Сыктывкар у нас есть рейс через Котлас, да? И тот же Лешуконь. Наринмар. У нас есть транзитные пассажиры, через нас они летят на Наринмар. Архангельский аэропорт вполне может стать и международным транзитным узлом. Развитие Арктики неизбежно привлечет в регион новых гостей. И пусть пока для аэропорта эти перспективы туманны, грядущим переменам здесь готовятся. Строительство нового терминала, соединяющего международный и внутренний, завершат к осени. Использовать его станут в первую очередь для пассажиров из-за рубежа. Гости Арктического форума, конечно, увидят лишь каркас нового терминала, но к их приезду практически полностью переформатировали бизнес-залы. Ну, собственно, видите, самая активная фаза такого беспрецедентного у нас ремонта. Объединяем все бизнес-залы, все залы повышенной комфортности в этом терминале. Вот у нас здесь зал повышенной комфортности для пассажиров международных линий. У нас будут гости, которые прилетят также заграничные, но они прилетят через Москву, через транзитные, трансферные рейсы. А будут, которые прилетят напрямых. То есть их надо будет обслуживать. Персонал уже готов. Порядок наведем, намоем и поехали. Здесь не согласны со статусом местечкового аэропорта. Да, не хитро, но уровень организации работы один из самых высоких на Северо-Западе. Аэропорт Архангельск первый в СЗФО установил телетрапы. У единственного есть амбулифт – устройство для поднятия инвалидной коляски на борт самолета. Как театр с вешалки, регион начинается с вокзала. Ваги Петросян уверяет, персонал вышкален. И к 1500-му потоку гостей, которые начнут массово прибывать уже завтра, абсолютно готов. Ирина Ившина, Александр Кузнецов, «7 дней в регионе».